Добрый день всем, с вами шахматный клуб «Феникс», и сегодня первый день зимы, 1 декабря 2014 года, а это означает то, что мы начинаем личный конкурс, то есть вы можете присылать свои красивые партии, по вашему мнению, а мы будем их оценивать, и, собственно, победитель получит денежный приз. Ну, в общем, все подробности конкурса вы можете посмотреть в топике, который будет прикреплен к этому видео. Да, давайте, ребята, приступим к партии. Ее прислал Альберт Тугушев. И это будет партия под номером 1. Итак, итальянская партия была заиграна Е4, Е5, конь f3, конь c6, слон c4, h6, чтобы не было конь g5. c3, слон c5, d4, ed, слон d4, слон b6, d5. Ну, то есть напали на коня. И здесь вот черные пошли, слон a5, дали шах. Но, видимо, разумнее было все-таки пойти конь a5 и вот напасть на этого слона, который очень активен в открытых дебютах и всегда пристреливается к ахиллесовой пяте черных в открытых дебютах к пункту f7. Так, ну, пошли все-таки слон a5, дали шах, конь c3, ферзь f6. Вот так вот давят на пункт c3. Но, на самом деле, в итальянской партии, как мне кажется, на c3 брать всегда опасно. Это может привести к дебютной катастрофе, к такому симпатичному разгрому. 2-0. Кстати, почему белые сыграли 2-0? В общем-то, можно же было съесть фигуру. DC. Давайте посмотрим этот вариант. То есть мы смотрим вариант до хода белых 2-0. Вот DC. Тогда, видимо, слон c3, bc, ферзь c3. Но самое разумное. Напали на ладью и на... дали шах и напали на ладью. Слон d2, защитились. Ну тогда просто ферзь пьет c4 и позиция, видимо, равна. Ну а на ферзь d2 просто попили ладью, 2-0, ферзь f6. Вернулись на защиту всех фигур. И на слон b2, наверное, стоит побить пешку на c6. И здесь ничего активного нет. Ну, конечно же, есть удар вот такой вот на f7, но здесь брать нельзя, потому что следует конь e5, поэтому просто король f8 или король d8. Так, ну вот такие вариантики я вам привел. Но если в партии было 2-0 сыграно, сразу черные жадничают, бьют на c3, побили даже ферзем на c3, и вот здесь вот очередная развилка. В общем-то, у Альберта было масса вариантов здесь, как сыграть лучше. И, видимо, побеждает единственный вариант, а именно DC. Уничтожаем коня. И оставляем... Обратите внимание, ребята, Альберт оставляет под боем две фигуры. Ладью на A1 и слона на C4. И здесь соперник выбрал... Ну, давайте посмотрим оба продолжения. Одно из них было в партии, другого не было. Соперник побил на A1. Ну, мы посмотрим это в дальнейшем. А пока посмотрим вариант, если бы соперник побил на C4. Итак, ферзь бьет c4, и здесь красивейшая комбинация, ребята, поставьте на паузу и подумайте, каким способом здесь побеждают белые. Ну, кто поставил, молодец, а кому было лень, смотрим. Итак, cd, двойной удар, брать обязан. Ферзь бьет d7, красивейший удар, ну, собственно, делать нечего, отходить на f7, на f8, мне кажется, бесполезно. А взять ферзя очень хочется, и, конечно же, конь e5. Такой симпатичный двойной удар, и белые выходят из эндшпиля полностью развитыми и с лишней фигурой. Говорить не о чем. Ну а в партии у нас было сыграно ферзь бьет a1. Черные пожадничали и забрали ладью, на что получили моментальное слон f7. Слон f7, да, симпатичный удар. Но... идея-то понятна, то есть на короле f7, ферзь d5, и, в общем-то, там уже допинывает соперника. Ну вот, можно было провести ту же самую идею, только сделать это немножко четче, ну, я считаю. Вот смотрите, то есть не сразу бить на f7 слоном, а сыграть cd. cd, слон бьет d7. Вот теперь после этого удара, после слона f7, слон черный на d7 зависает, и мы берем его, тем более мы берем его шахом. И на король f7, допустим, ну, просто побить слона. А на вот на король d8, то есть, ну, не брать этого слона и как бы оставить под фигурой, находится слон g5. С двойным ударом на... ну, делаем шаг к королю. И
Ферзь забирает ферзя на А1. Итак, слон F7 был сыгран в партии. Король F7, ферзь D5, король F8. И давайте, ребята, последняя тактика. Она уж совсем для новичков. Поставьте на паузу. Ну, я думаю, 99% нашли этот удар. Да, конечно же, туда слон А3. Даем шаг и забираем ферзя на А1. D6, ладья А1, и черные сдались. Итак, симпатичная партия, я считаю, от Альберта Тугушева. Ну, в общем-то, ребята, в этом конкурсе у нас немножко другая система оценивания результатов. Об этом мы скажем чуть позже. Ну, а пока присылайте партии, участвуйте в конкурсе. Я думаю, вам обязательно повезет. Ну что ж, всем спасибо за внимание. До новых встреч.